В Омске перед судом предстанет предпринимательница, которую обвиняют в рейдерстве, хищениях, легализации денег и фальсификации доказательств. Елене Елесиной предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, Елесина незаконно захватила управление организацией, подделав протокол собрания учредителей. После она похитила имущество компании стоимостью почти 17 миллионов рублей. Два здания, два земельных участка она продала своей сестре. И это еще не все. Заключила с одной из строительных организаций договор субподряда на выполнение ремонта детской поликлиники в муниципальном учреждении здравоохранения Тюкалинская центральная районная больница. Вот. Вместе с тем, условия контракта в части сроков и качества выполнения работ работники возглавляемой обвиняемой организации не выполняли, в связи с чем генеральным подрядчиком договор субподряда был расторгнут. Однако обвиняемая, желая похитить денежные средства, принадлежащие организации генподрядчику, сфальсифицировала акт о приемке выполненных работ на сумму 3 миллиона 338 тысяч 408 рублей. По версии следствия, Елесина предоставила фиктивный акт приемки в суд якобы за выполненные работы по договору. Однако отсудить деньги у генподрядчика женщина не смогла. Документы признали поддельными. Также предпринимательница засветилась еще в одном строительном скандале. Как следует из материалов уголовного дела, Елесина заключила договор с управляющей компанией на капитальный ремонт 5 многоэтажных домов. Сумма сделки более 100 миллионов рублей. Однако работы в полном объеме выполнены не были. Тогда Елесина также подала иск в суд о взыскании 72 миллионов рублей. Иск удовлетворили, но Амичка не успела похитить деньги. В дело вмешались следователи. В ходе следствия обвиняемая вину в совершении всех инкриминируемых ей деяний не признала. Выдвигала многочисленные версии своей невиновности. Заявляла множество ходатайств о проведении следственных и иных процессуальных действий. Вместе с тем, в ходе расследования версии обвиняемой невиновности были опровергнуты, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено в суд для рассмотрения. По версии следствия, Елена Елесина причастна к 6 эпизодам мошенничества. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Интересы Елесиной в суде представит Олег Любушкин, известный в Омске адвокат, защищающий скандального чиновника Юрия Гамбурга.